Здравствуйте, друзья! Это роза сорта Rhapsody in Blue. Это большой шраб высокорослый, но я его формирую вот таким невысоким кустиком. Он у меня, наверное, сантиметров 80. Посадила его в парадной зоне рядом с входом. Здесь у меня крупный куст мне не нужен. Цветочки у него вот такие вот темно-фиолетового цвета. Очень-очень насыщенный аромат. Такие вот желтые красивые тычинки. Сидит у меня он на солнце на полном. Цветок размером примерно 8 сантиметров. Он полумахровый. Немножко закручивает лепесток. Постоянно гонит бутоны. Жизнь цветка не очень долгая. Не знаю, несколько дней держится. На жаре, конечно же, облетает быстрее, но за счет того, что много очень бутонов дает роза постоянно, можно сказать, что цветение у нее непрерывное. Никаких волн конкретных таких я на этом сорте не наблюдала. То есть постоянно есть цветы. Ну, единственное, только зацветает она у меня в начале июня месяца. До этого она наращивает ветки и закладывает бутоны. Ее любят пчелки очень. Эту розочку на первый взгляд с таким простым цветком я посадила специально на парадное место только из-за запаха. Если честно, и не прогадала, потому что запах этой розы, он на метры разносится, особенно вечером. Кустик очень охотно образует новые побеги от прививки. И достаточно быстро нарастает, становится вот таким вот пышным. В общем, я рекомендую эту розу новичкам, потому что за ней очень легко ухаживать. Она очень неприхотливая. И аромат, просто бесподобный аромат. Вот из-за этого ее стоит иметь. Ну и такой вот темный, очень оригинальный цвет. А осенью в пасмурную погоду цвет становится еще насыщеннее, еще более фиолетовым. В общем, я розой очень довольна. Она неприхотливая, отлично зимует. Лист у нее крупный, полуглянцевый. Единственное, у меня ее очень любит тля. Ну, тля все любит. Особенно. Не замечена ни в каких болезнях, неприхотливая роза. Мне кажется, конечно, по-хорошему, если не мучить ее короткими обрезками, ее нужно сажать где-то на задний план цветника и дать ей волю разрастись. Будет огромный пышный куст с шапками цветов. Мне кажется, это будет очень классное зрелище такое. Конечно же, роза не для переднего плана, потому что она на самом деле рослая.